Всем привет! С вами Паша, и сегодня будем снимать, как установить игру Brawl Stars. Мы сначала заходим в Play Market. Мы зашли. Пишем. Мы заходим. Пишем. Brawl Stars. Нам вылетает картинка. Он у нас уже скачивается. Мы ждем его. Уже 83%. Почти скачалось. Стоим и ждем. Сидим и ждем. 88%. 92. Ну, мы будем долго ждать. Девяносто 2%. 94%. Ну, нам еще ждать 2 минуты. 0. Да, вот так вот выглядит. Картинки всякие, фоточки. Пишите в комментах, какого игрока бы вы себе хотели. Я бы себе хотел ворона, вот такого вот человечка. У меня есть другой персонаж. Я вам покажу всех персонажей. И покажу в настройках, как включить нормальную программку, так, чтобы все работало идеально, без тормозов. Убираем тут маленькую вкладочку. Идет у нас установка. Установка будет небольшая. Мы открываем Brawl Stars. Открыть. Мы заходим в Brawl Stars. Это обновление скоро уже вышло. Вышла Бия и Макс. Сейчас я покажу, как научиться играть в Brawl Stars. Потому что я сам играю уже в Brawl Stars 3 года. У меня уже... Ну, не 3 года я соврал. Ну, 1,5. Вот мы заходим. Мы продолжаем. У нас немножко игра вылетела, потому что я нечаянно нажал на стрелочку такую, что у нас игра просто взяла и вылетела. Let's go! Сейчас мы поменяем. Сейчас зайду в клуб, который я вам покажу. Называется клуб Магион 1. Но, к сожалению, не смогу. Мы заходим в бой. Дорогие зрители. У меня немножко вылетела игра. Но ничего, это не страшно. Let's go! Тут какая-то вогнутая шея. Вот это вот они. Бежим, Шелли. Он уже спасается. Я тебя вижу. Нет, не надо. Все, мы видим. Это победа, все. Сейчас я вам покажу всех игроков.
ты говоришь, что не выпадет, мы это знаем. Давайте дешевле. Конечно, зайдем и прокачаем ее. Let's do it! А, мы шель, второй сил. Сейчас вам покажу всех игрок. Это Шелли. Она самый начальный игрок. Она больше. Это Ника. Это не Ника. Это человек, который подружил с медведем. Она... Это Поль. Он стрелок. Он тоже может стрелок. Это молодец. Ну так, он готов каждого развалить на своем пути. Это Джесси. Она воин. Она может попасть сразу под бой. Это Брок. Он Брок? Он просто невероятный. Он стрелок. Он на пути к славе. Это Динамайк, метатель. Тоже очень жесткий чувак. Бо тоже. Тип. 8 бит тоже. Я тоже. Электрик. Электрик. Самый сильный. Барус. Кидатель. У него есть костюм Барби и метатель. Still friends. Все игроки. Come get it. My calculations are always correct. Wait a minute. Let's rock. Time to fix this mess. I'm a cool cat. Be cool. Вот это вот новый игрок. You have been bested. Try to keep up. Макс тоже новый. Спайк. We can do this. Nap time. Шиниту. Который нас зовут. Решили, это будет очень легко. Бингли. Да, это будет. И нам выпадает боец. Это боец Нита. Я уже говорила. Она на пути к славе. Сейчас мы ее за нее сыграем. И отправим один сундучок. И на этом мы закончим наше видео. А нет, я не собираюсь. Ха-ха-ха!
Шейна, забирай. Пять гемов, вот это везение. Давайте накопим на еще один сундук. Нита, ты готова? Да, готова. Погнали, погнали. О, тут баги играют. Немного легче будет. Вот это будет сильнее играть. Вот, не играем. Нет, не будем. Кажется, это плохо. Но нет, мы будем бороться за всех сил. Ой, тут этот человечек ванный. Я говорю, он сильный. Мы не будем играть за новый костюм. Скоро у нас видео закончится. Только сейчас мы сыграем последний бой. Тут будут самые слабочки играть, которые будут ужасно играть. Конечно.
Откроем маленький сундук. И еще один. Последний сундук в этой игре. Ну, не в этой игре, там еще будет много. Вот последний бой остался. Мы накормим последний сундук. Сейчас мы его откроем. Я выпал игрок, это и был L3. Рано, мы выпал первый редкий L3. Он не супер игрок, но давайте его рассмотрим. Да, он очень красивый. О, почти проиграли. Нет. Лучше панч, он очень сильно играет. Он своей ультой прыгает. Всем удачи и всем пока. Вот такое у нас занимательное видео получилось. Всем спасибо.